Всем привет, это магазин Fix Price по адресу город Саратов, улица Чапаева, торговый центр «Аврора». На полочках Fix Price как никогда много интересных, нужных и крутых новинок. Фоторамки для фотографий размером 10 на 15 сантиметров. Состав пластик, МДФ, бумага, железо. Отличаются цветом рамки, 4 варианта, цена 77 рублей. Новинка в отделе товаров для домашних животных – трава для кошек. Восполняет запас витаминов и фолиевой кислоты, улучшает процесс пищеварения, очищает желудок от шерсти. 100% натуральная, без химических субстратов. Масса 40 грамм, инструкция внутри. На упаковке указано вес, других вариантов нет. Цена 50 рублей. В отделе игрушек появились машинки коллекционные. Масштаб 1 к 43. Машинка с пружинным механизмом. Состав сплав цинка, полипропилен АБС, термопластичная резина, полистирол, сталь. Цена 99 рублей, производитель Китай. Не только интересная, но и полезная новинка – это деревянная игрушка-сортер. Играя с таким деревянным сортером-пирамидкой, малыши быстро выучат названия геометрических фигур и цветов, а также смогут узнать понятия «больше-меньше». Деревянная игрушка есть нескольких вариантов. Это лягушки, божьи коровки и черепашки. Игрушки собираются как пирамидки и также скрепляются между собой как пазлы. Состав дерева МДФ – краска. Такие деревянные игрушки в Fix Price всегда дешевле, чем в других детских магазинах. Цена 199 рублей. Игрушка кубик-калейдоскоп. Состоит из нескольких скрепленных между собой фигур, которые можно крутить в руках бесконечное количество раз. Состав полипропилен и бумага. В продаже есть несколько вариантов. Все стороны, которые есть у кубика, изображены сверху на коробке. Цена 77 рублей. Игрушка 3D-пазл. Внутри 84 элемента. Красочная переливающаяся картинка с 3D-эффектом. Диаметр собранного пазла 41 сантиметр. В этой коллекции 4 разных пазла. Все они круглые. Состав бумага полипропилен. Цена 99 рублей. Также в продаже есть обычные пазлы. В одном наборе 500 элементов. Размер готовой картинки 34 на 46 сантиметров. Цена таких пазлов 99 рублей. Игрушка на руку, хищник. Размер не очень большой, на взрослую руку еле помещается. Состав ПВХ, полистирол. Качество неплохое, постороннего запаха нет. Только хищники, добрых животных нет. Вот акулу размером побольше, рука взрослого сюда умещается. Производитель Китай. Цена 99. Новые книжки для раннего развития детей от 1 до 4 лет. С помощью таких книг можно познакомить малыша с животными, открывать окошки и угадывать, кто спрятался за каждым из них. Где это животное живет и что оно ест. Также можно развивать своего малыша, учить с ним формы, цифры, учить цвета, учиться считать и угадывать, что мы едим. Разное количество окошек внутри, где-то 36, где-то 45. По качеству книги мне понравились, картон плотный. Уверена, что деткам будет интересно развиваться с помощью таких книг. Обязательно куплю такую книжку своему младшему сыну, цена 199 рублей. Новинки в отделе канцелярии, сегодня их немного, но они есть и очень даже интересные. Ножницы для детского творчества, еще больше новых дизайнов. Безопасные закругленные лезвия из нержавеющей стали. Кольца пластиковые из полипропилена, сделаны в виде забавных животных. Такие ножницы по 55 рублей. Еще одни детские ножницы, также безопасные с закругленными лезвиями. Кольца имеют мягкую поверхность, софт. Состав тот же, полипропилен и нержавеющая сталь. Немного отличаются цветами, цена 55 рублей. Новые блокноты, пошаговые уроки, рисуй легко. Это пособие посвящается всем, кто любит творчество и хотел бы самостоятельно владеть техникой рисунка карандашом. Простые и понятные инструкции помогут в несколько этапов нарисовать самые разные рисунки. Совершенствуя свой рисунок и тренируя руку, со временем можно добиться удивительных результатов. В этой серии есть блокноты с шедеврами архитектуры, животные, очень красивые цветы, оказывается, все не так уж и сложно.
Каллиграфия, монограммы, узоры. Очень интересные блокноты для тех, кто хочет рисовать. Всего по 99 рублей. Мягкий моделирующий пластилин Artberry от Erich Kraus. 12 цветов, каждый цвет запечатан в индивидуальную упаковку. Не токсичен, содержит натуральные компоненты и алоэ вера. 180 грамм за 77 рублей. Стельки зимние, натуральный волок, искусственный волок, металлизированный лавсан. Необходимо обрезать стельки с учетом размера вашей обуви. Производитель Россия, Новгородская область, цена 55. Еще одни термостельки, сохраняющие ваши ноги в тепле в холодные зимние дни. В комплекте одна пара, состав искусственная шерсть и латекс. Производитель Китай, цена 55. Экстра теплые стельки для обуви, мягкий след. Из джута с термозащитным слоем. Фольгированный слой внутри обеспечивает отличную теплоизоляцию. Джут – натуральное волокно, получаемое из джутового дерева и обогащенного отрицательными ионами. Стелька вырезается по размеру ноги, подходит с 36 по 46 размер. Цена 55 рублей, производитель России, Ленинградская область. Махровое полосатое полотенце. Размер 45 на 130 сантиметров. Состав 100% хлопок, изготовитель Россия, город Москва. Продажи 3 расцветки, цена 199 рублей. Коробка складная с окошком появилась в новых расцветках. Размер 38 на 25, высота 25 сантиметров. Состав нетканный материал, внутри картон, окошко из ПВХ. По бокам ручки. Продажи 3 расцветки, цена 199 рублей. Тряпки для уборки в новых расцветках. Большой размер 50 на 70 сантиметров. Такая тряпка Диана для сухой уборки отлично удаляет пыль, полирует, в сочетании с водой и моющим средством быстро и качественно очищает от грязи все виды поверхностей. Я такой тряпкой мою полы, отличная, мне она очень нравится по качеству. Состав 100% полиэстер, цена 55. Тайт колор для цветного белья, автомат, килограмм 200 грамм, 99 рублей. Биомакс колор автомат, 1,5 килограмма, 99. Персил 1 килограмм 99 рублей, тоже для цветного автомат. Ариэль насыщенный цвет, автомат, подходит на 10 стирок, 1,5 килограмма, 149 рублей. Хозяйственное мыло на основе натуральных растительных масел, произведено в России. Подходит для мытья рук, посуды, стирки белья и удаления пятен, 200 грамм. Цена 16 рублей 60 копеек. Теплые домашние тапки. Внешняя часть 100% полиэстер. С обратной стороны Эва. Размеры с 37 по 41. Производитель России, Тульская область. Цена 199 рублей. Еще одни тапки, по-другому называются туфли комнатные с верхом. Тапки на платформе. Верх и стелька – это текстиль. Подошва ПВХ. Размер с 36 по 41. Тапки как женские, так и мужские. Производитель России, город Новороссийск, цена 199 рублей. Еще одни домашние тапки, совсем тонкие, размер с 36 по 41. Верхняя часть полиэстер, с обратной стороны Эва. Производитель России, город Тула, цена 99 рублей. Носочки с овечкой. Состав 70% полиэстер, 25% акрил, 2% шерсть, 2% полиамид, 1% эластан. Носочки высокие, 5 расцветок, цена 77 рублей. Носочки короткие, состав 80 хлопок, 15 полиамид, 5% лайкра. С 36 по 40 размер, цена 55. Женские теплые носки, марка Zuwei. 75 акрил, 5 ангора, 20 эластан. Производитель Китай, цена 77 рублей. Набор маленьких пакетиков для заваривания чая, в продаже они уже были. В продаже два варианта, это размер L, 25 штук в наборе, и размер S, 50 штук в наборе. Состав полипропилен подходит для пищевых продуктов. Цена набора 55 рублей. Скатерть колорит с бейкой. Размер 135 на 110 сантиметров. Состав 85% ПВХ, 15% полиэфир. Цена 99 рублей. Салфетка декоративная, диаметр 39 сантиметров. Состав ПВ, производитель Китай, цена 55 рублей. Набор многофункциональных ковриков появился в новых расцветках. Размер 45 на 29 сантиметров. Такие коврики защищают от грязи, повреждений и легко моются. Подойдут для холодильника или для сервировки стола. Плотно держится на любой поверхности за счет двухсторонней рифленой структуры и специального материала.
При необходимости с помощью ножниц можно вырезать нужную форму и размер. В наборе 2 коврика, цена 55 рублей. Состав Эва. Я такие коврики использую в холодильнике, очень удобно с помощью них поддерживать порядок и чистоту. Снова чашки и снова кактусы. Объемом 430 мл. Большие, красивые, внутри мятный цвет. Состав грубая керамика. Удобная ручка, качество исполнения очень понравилось. Возьму себе такую, цена 77 рублей. Новогодняя кружка с ложкой. Состав грубая керамика. Объем кружки 340 мл. Есть с елочками, звездочками и есть с птичками. Третий вариант со снежинками. Производитель Китай, цена 77 рублей. На витрине кружки продаются без ложечек. Ложки можно взять на кассе при оплате. Надпись «С Новым годом» размером 65 на 21 сантиметр. Состав бумага Флок ПЭТ. С обратной стороны двухстороннего скотча нет. Крепить нужно на ваше усмотрение. Цена 50 рублей. Игрушка антистресс «Капитошка». Состав это латекс, резиновый шарик и внутри тальк. Такого капитошку можно сделать дома самим с помощью муки резинового шарика. Фикс прайсится на такой игрушке 55. Набор елочных украшений, 6 игрушек внутри. Состав пенополистирол, полипропилен и полиэстер. Три варианта, звездочки и елочки, цена 55 рублей. Новые новогодние шары за 99. Много снега, внутри снеговички и Деда Мороза. Декорация новогодняя, ангел. Очень красиво смотрится, цена 50 рублей. Декоративная наклейка новогодняя размером 18 на 17 сантиметров. Состав ПВХ, отлично подойдет для новогоднего декора или для украшения новогодних подарков. В продаже 4 варианта, цена 27 рублей 50 копеек. Новогодняя декорация под названием перламутр. Состав полистирол, полиэстер, цена 50 рублей. Набор шоколадных конфет «Мерси» в коробке. 250 грамм, производитель Германия. Цена коробочки 199. Темный шоколад с ванилью «Бабаевский». 180 грамм, 99 рублей. Аскорбинка со вкусом апельсина 30 грамм, 12 рублей 50 копеек. Чупа-чупс, шоколадный шар 20 грамм. Сюрприз с игрушкой 55 рублей. На сегодня это все. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Желаем отличного дня и прекрасного настроения. Увидимся с вами очень скоро. Всем пока!